Качество уборки дворов теперь будут вместе проверять общественность и городские власти. Это новый этап проекта «Жилкомнадзор». Активисты объединяют свои усилия со специалистами административного департамента города, чтобы вместе проверять, как управляющие компании ТСЖ выполняют свои обязанности. О итогах первой проверки расскажет Юлия Савинцева. Нечищенная парковка, колеи на дороге, во дворе дома на Козленской 40. Трудно не то, что пройти, но и машине проехать. Данная территория в таком состоянии всегда, практически в такую погоду, неприбранная. Жители очень часто жалуются, что председатель ТСЖ и ТСЖ свои функции не выполняют. И такая картина сегодня во многих городских дворах. Убирать и вывозить снег, чистить тротуары должны управляющие компании ТСЖ. Но многие о своих обязанностях просто забыли, как и председатель этого ТСЖ. Теперь его ждешь, что штраф он может составить до 50 тысяч рублей. Дворовая территория, у них как бы по делению, они наделены вот этой полностью территорией, обязаны ее обслуживать. Обслуживают отвратительно. Поэтому они будут вызваны на составление протокола и привлечены к административной ответственности. Я думаю, что лимит предупреждения уже исчерпан, поэтому наказание, скорее всего, будет штраф. Насколько качественно управляющие компании убирают дворы, специалисты административного департамента проверяют ежедневно. Но обойти весь город нескольким специалистам невозможно. Заставить тех, кто несет ответственность за чистоту во дворах, вовремя и качественно выполнять свою работу, теперь это задача активистов проекта «Жилкомнадзор». Фиксировать нарушения ревизоры будут на фотоаппарат. Сообщить информацию могут и волокжане. На странице проекта «Жилкомнадзор» на сайте «Вологдапортал». Жилкомнадзор не только набирает обороты, но еще теперь имеет реальную возможность наказывать недобросовестные управляющие компании ТСЖ за то, что они не вот так вот плохо относятся к своим обязанностям, вовремя не убирают снег. Городские власти идут навстречу коммунальщикам. Теперь на полигоне снег от управляющих компаний ТСЖ принимают бесплатно. Такое указание дал глава города Евгений Шулепов в ходе проверки одного из дворов. За нарушение управляющие компании будут оштрафованы. Для некоторых из них только эта мера является действенной. Ведь когда каждый начнет ответственно выполнять свои обязанности, будет наведен порядок, уверен Евгений Шулепов. Юлия Савинцева, Михаил Прыщев, Вологда Портал.